Всем доброго времени суток. Сегодня у нас подготовка к ОГЭ информатика, задание номер 9. На рисунке схемы дорог, связывающие города А, Б, В, Г, Д, Е, З, З. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанной стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город З? Данное задание одно из любимых у учеников, которые решаются очень быстро и можно получить 1 балл по информатике. Давайте рассмотрим. У нас есть схема дорог, и нужно сосчитать количество путей из города А в город З. Для начала, если я начну считать от А в сторону Б, то в Б идет у нас две дороги, от А и Д. Поэтому легче начать с Е, потому что в данном случае в Е идет одна дорога, и мы сразу записываем единицу. В Д идет дорога от А и от Е. От А идет одна дорога, от Е еще одна. Получается, в Д у нас приходят две дороги. А вот в Б приходит от А одна дорога, а от Д, как указано в стрелке, две. Мы складываем единицу плюс 2, получаем 3. Движемся дальше. От Б у нас в идет только одна дорога. Получается, в Б приходит 3, значит, в у нас тоже будет 3. В Ж идет дорога от Е и дорога от Д. В Е у нас 1, одна дорога, а в Д у нас 2. Складываем 1 плюс 2, мы получаем 3. И в Г идет дорога от Б, от В, это 3 дороги, и от Д 2 дороги. Получается, складываем 2 плюс 3, получаем 5. И в З приходят у нас 2 дороги, от Г это 5, и от З это 3, и мы получаем 8 дорог. Ответ 8. На решение ушло, наверное, если быстро решается, 1 минута. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, не забывайте нажать на колокольчик и до новых встреч!